позавтракал, либо даже до завтрака, сел и подумал, что я могу сделать сегодня, чтобы сделать этой власти хуже, а народу лучше. Согласны? А чё молчать, а? Ну до каких пор терпеть можно? Ну в стране, где газ, нефть. Ну как можно жить, как нищий, пойми? Ну, в Арабских Эмиратах ребенок только родился, 200 тысяч долларов на получение. Я когда родился, я шлепок от акушера по жопе получил. Все, вся субсидия. Нет, в этой стране все надо менять, понимаешь? Народу надо встать, взять, подняться, собраться. Взять другой рукой за третий подбородок этих толстосумов и в зарплату в нашу, как котов санных, понимаешь? Что ты подошел? Ты напугать меня хочешь, да? Ты лучше мне это покажи, да? Когда я с народом в твое управление приду и на колени вас всех там поставлю, да? Как вы нас все эти года на колени ставили, понимаешь? Что ты хочешь меня напугать? У меня ничего нету, ни денег, ни зарплаты, у меня ничего нету, понимаешь? Я для тебя как бомба с прогоревшим фитилем, и вся страна такая же. У меня живот пустой, как и у всех, понимаешь? Мы жрать хотим, пока вы там в своих суши-барах роллы хаваете. До каких пор вы это будете делать, понимаешь? А, вот это хорошо у вас получается, да, это в институтах вас... Научили у своих, да, вот это вот дать взятку, взять взятку, то есть забрать, украть, вырвать. Вот это вы хорошо умеете, да, имбиря, положи тут. До каких пор вы будете над нами издеваться, скажи, пожалуйста. Народ уже другой, пойми. Телеки ваши пропагандистки не смотрят, понимаешь? Знаешь, все, с интернета вся информация, понял? И даже, смотри, ну накормите вы народ, да? Это ваш недостаточно, понимаешь? Условия. Условия народу нужны. Давай бабушке моей позвоним, спросим, сколько у нее пенсия, хочешь? Слышишь? Я где-то по телеку слышал, что пенсия – это мера вынужденная. Я тебя даже как человек где-то понимаю. Знаешь, у тебя же начальство, да, наверное? Ты же человек неподневольный. Знаешь, народ вот этот вот, да, народ, которому вот это дай, все ему должны, то есть он этого не поймет. Я понимаю. Ну вы тоже молодцы, вот эти ваши машины, да, вот эти вот, по 5 миллионов, по 6 миллионов, по 15. Ну вы одну машину не купите, постройте детский сад, но они успокоятся, понимаете? В стране плохо живется. Кому как, слышишь? Ну кто на что учился, понял? Правительство плохое. Слышишь? Главное, чтобы войны не было.